повестку дня 66-й сессии депутаты включили 6 вопросов. Внесены изменения в положение о почетных гражданах и медали за выдающийся вклад в развитие города-курорта. Они направлены на совершенствование деятельности в сфере наградной системы муниципального образования. Изменения, которые депутаты внесли в свое решение от октября 2013 года о создании дорожного фонда, позволяют увеличить его на 52,5 миллиона рублей. С целью усиления контроля деятельности муниципальных унитарных предприятий право на заключение, изменение и расторжение трудового договора с руководителем МУП отобрано у Управления имущественных отношений. Теперь это прерогатива главы муниципального образования. Внесены изменения в решение Совета от 26 декабря 2013 года номер 420 о бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Доходная и расходная часть бюджета увеличена на 81 312 тысяч рублей. В частности, увеличены расходы на ремонт автомобильных дорог, санитарную очистку и освещение населенных пунктов, на капитальный и текущий ремонт, благоустройство и материально-техническое обеспечение образовательных и дошкольных учреждений, совершенствование их пожарной безопасности. Уменьшены ассигнования на обеспечение функций органа местного самоуправления.